Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о видах когтерезов и как его выбрать. Даже маленький котенок в процессе увлекательных игр может когтями болезненно травмировать кожу человека. Для обстригания кошачьих коготков лучше использовать специальный прибор – когтерез. Довольно популярный инструмент для срезки когтей у кошек – когтерез-гильотина, основанный на принципе работы орудия средневековой казни. Владелец аккуратно укладывает коготок питомца в специальное пространство, нажимает на спусковой механизм, приводящий в запуск лезвие для мгновенного отсечения когтя. Этот аксессуар лучше использовать для обрезания когтей у взрослых питомцев, но при неаккуратном использовании можно травмировать лапку своего любимца. Когтерез-ножницы напоминает обычные маникюрные ножницы, имеющие острое лезвие с особым изгибом для быстрого и безопасного срезания коготка. Они практичны в эксплуатации, а риски травматизации минимальны. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Форма когтереза-секатора напоминает обычный секатор. Прорезиненные ручки обеспечивают удобную эксплуатацию инструмента. В оснащении специальный ограничитель, позволяющий отмерить и зафиксировать отрезаемую часть когтя, что делает процесс обрезания максимально безопасным. Также имеется предохранитель для блокировки режущей части инструмента, находящегося в нерабочем состоянии. Когтерез-секатор очень удобен в применении, подходит для обрезания когтей у взрослых кошек и маленьких котят. Выбирая когтерез для ухода за коготками кошки, необходимо учитывать индивидуальные особенности животного и личный опыт в проведении подобных процедур. Если вы не уверенный пользователь острого инструмента, а ваша кошка неспокойно относится к различным процедурам по уходу, выбирайте максимально безопасные аксессуары и откажитесь от покупки когтереза-гильотины. Профессиональный инструмент не может стоить дешево, но зато такой когтерез прослужит немалый срок. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.